Да, Света заболела. У нас Света заболела. Папа поехал до Светы, да. А Вита учится. Да, Вита учится. Да, они вдвоем приедут. Да, сюда приедут. Да, да, приедут сюда. Приедут, приедут. К тебе приедут. И здесь буду спать. На вторую. Бежи, 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 гуляй. Надія Дженібекова – мати 14 дітей, 13 з яких прийомні. Чотирьох молодших дівчат – Іру, Олю, Надю та Надюшку – вона з чоловіком дочерила перед самою війною. Тоді ж сім'я переїхала в новий будинок в Жованці під Горлівкою, не знаючи, що вже скоро опиниться на самій лінії вогню. Во-первых, они не понимали. Когда стреляли, мы говорили, да это где-то там гроза, да это где-то, когда, конечно же, пытались всячески их вот оберегать от этого. У меня дети не напуганные, потому что как бы ни бомбили, я никогда не позволила себе ни испугаться при них, ни в истерику упасть, никогда не плакать при них. Да, ты что? Да. Так, Ира, все, вы же, значит, так, Надя, давайте, не волнуйтесь, вы же, значит, надо баланс. Когда объявили блокаду, мы год прожили... На 4500 я прокормила 8 человек. Брат помогал младше очень сильно, дети помогали старшие, соседи там вот, кто же там, ну там, картошечка где-то, что-то, тоже пытались помогать. Были бы мы сами, я бы, конечно, до последнего сидела, никуда не уехала. Все-таки свой дом, пусть он и хуже, пусть он и побитый, а они при чем? Не дай бог, что-то с ребенком, как потом жить? У нас 2 года не было воды. Просто идешь где-то, а смотришь, вода бежит. И уже как-то удивляешься, как вот просто бежит вода. Куда-то выйдешь, как-то поехала в город, а там праздник. Я не праздновала. Я стояла и рыдала. Люди празднуют, люди гуляют. А мы разучились даже просто спать. Перед Новим роком волонтери нарешті переконали родину виїхати. На зібрані гроші вдалося купити невеликий будинок в містечку неподалік Бахмута. Тут їм слишком тісно. Яйцо своє, м'ясо своє, молоко своє. З огорода теж. Що ти там вже жуєш? Мілка, іди сюди. Двоє дівчаток мають вади розвитку. Але мати впевнена, що зможе дати їм шанс на нормальне життя. Так, 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 приїдуть, приїдуть, біжи гуляй. Приедут, это у нее сестры старшие. Приедет, да, а заболела Света. Да, будут ее лечить. Да, 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 она, это, поедет, папа поедет к ней. Все, бежи. И ты поедешь как-нибудь, да. Я когда брала, мне говорили, ну зачем, ну что ты ей можешь дать? Просто научу ее элементарному. Мыть посуду, убирать за собой, там, приготовить что-то элементарно покушать. И то она уже не думает, вид. Она сможет, допустим, самостоятельно жить. Война идет на вот этой маленькой узенькой полосочке для тех людей, которые живут именно вот на этой полосе. Вот там идет война. 10-15 километров отъезд, для людей войны нету.